Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и еще раз здравствуйте, друзья. С вами, как обычно, я, Костян, канал «Это не диалоги о рыбалке». Рубрика «Посылка от подписчиков». Сегодня у нас посылка от Александра Александровича Маракасова из Вологды. Александр сказал, что там все нужное. Смотрим. Так, ну и, конечно, без лайка у нас не обойдется. Услыхал, что я тут чем-то занимаюсь. Идет смотреть. Топать. Да, лайки? Ты топать пришел? Смотрим, что Александр нам прислал такого нужного. Так. Так. И вот так. Коробочку уберем. Стороночку. Так, наверное, начнем с большого пакета. Маленький пока отложим. Тут у меня стол качается. Пока отложим. Так, Александр прислал опять перчатки нам. О, размерчик ничего. На эту руку не знаю, эта рука у меня побольше. Да. Перчатки — это хорошо. Но так я и не могу привыкнуть их носить. О. Вот такие перчатки. Такими перчатками у нас пользуется Саня. Так что, Александр, не обессудь, но я подарю вот такие перчатки Сане, так как он действительно ими пользуется, а я, ну не могу. Вот эти хэбэ перчатки, да, вот это, да, это у нас летом прям расходный материал. Уходит на ура. Опа. О. Ты чё, лайки? Ремень буксировочный. 5 метров, по-моему, 5 тонн. Да, вот 5 метров длина. Полиэстер. Тоже такой достаточно конкретно расходный материал. Очень пригодится. О! Тут тоже стропа. Трос буксировочный. Надежные, как настоящая дружба. Крюк и скоба. Ну-ка, все, посмотрим-ка. Надо Лехе один подогнать. Мне еще в той посылке пришли троса. У нас как бы здесь нормального не купить. Так что надо Лехе еще тоже подгон сделать. Троса. Мне много тросов. Я думаю, тоже сильно так бы, как бы мне это не очень нужно. Вот это тоненькая какая-то стропа. Те были широкие. Вот это потоньше, с крюком. И вот с такой петлей. Угу. Тут выкручивается. Тут привязывается чик, чтобы не потерялось. Все понятно. Спасибо, Александр.
Трасса всегда у нас скоро, блин, начнется весна, битье дорог, и все это полетит, как, блин, хрен знает что. О! Шуртук. Чехол на шуруповерт. Круто. Вот это да, действительно. Офигеть, какая нужная вещь. Какой-то комплект. Так. Это как оно работает? Это вот так работает. А это куда? Это типа под батарейку. А вот это. Вот это как? Резинки. Шуруповерт сюда вставляем, походу. Он здесь высовывается. И это, я думаю, тоже нахлобучивается. Вот это не утепленный такой. Просто чехол. Ладно. Вот это уже тихо. Это чисто, видать, чтобы снег не попадал. А это, чтобы уже батарейка маленько в тепле была. А это под запасную батарейку. Вот это круто. Я хотел заказывать, кстати, такой чехол. Ну, теперь посмотрим. Посмотрим. И хотел я заказать вообще неопреновый. Чтобы как бы Шурику потеплее было. О, это помню, он писал пару кепок, говорит, тебе и Виктору. Бейсболка, это точно Витьку. Спасибо, Александр, огромное. Сейчас померяем чехол на Шурик. Сейчас примерим. Примерим чехольчик. Раз. Так, это у нас получается. Надо будет вставить батарею. Как я думаю. Потом одеть вот это. Гульфик. Потом это дело надо засунуть сюда, под резинки. Чтобы это, наверное, не слетало. Так, что-то у меня тут... Что-то я пока не одел здесь. Так. Так, вот такая рубашка. Ну-ка сейчас. Нам нужно сюда еще присобачить нашу ручку. Тут, видимо, маленько не рассчитано, что будет ручка. Мы сейчас все рассчитаем. Сейчас все поставим. Ну вот, в принципе, мы его и одели. Теперь будет ему намного теплее. Спасибо, Александр. Так, это под вторую батарею. Получается, батареи у меня будет 4. Так что я еще буду что-то под них думать. Чтоб они у меня были... Тоже в рубашечках, в теплых. Ну, получается, 2 батареи я себе за пазуху запихиваю. Как бы они мне не мешают.
И еще одну батарею можно будет пристроить под капот снегохода. Отлично. Спасибо большое. Само то, скоро он начнет работать по полной, бурить лунки. Тут мы вот получается, сколько у меня? Переставили мы два перемета. Потом еще бурил. И где-то, ну, лунок 70 на минус 25 мне хватило батарейки. При метровом льду, уже практически метровом, ну, сантиметров 80 там, точно не измерял. Так что шуруповерт, конечно, блин, мне нравится. По сравнению с мотобуром, вещь, конечно, легкая и удобная. В одну руку взял, пошел, и уже спина не так напрягается. А если по сугробам таскать так, вообще, я думаю, будет в идеале. Или сколько вот тут выходит в купе со шнеком там, ну, я не знаю, килограмм 6 может. А мотобур, который джуфи с удлинителем, это уже там 25 килограмм, плюс на него лед намерз, у тебя уже нормальный вес. Спасибо большое, Александр, все в тему, как ты и сказал, все пригодится, конечно, все нужное. Спасибо огромное. И с наступающим Рождеством.